заповедные места. Вдоль по Троицкому тракту храмы русские стоят величаво и прекрасно. Царский звон колоколов, небо выше, взгляды чище, словно летопись веков. Это все мои мытищи. Сначала Яуза была ручьем, сначала осень была дождем. Хлеб начинает расти зерна, с мытищ начало берет Москва, с мытищ начало берет Москва. Город песен и садов, новостроек и студентов, и любой вагон метро, родом тоже он из местных. Огромовый ключ красив, словно жостовская роспись, и в мытище пригласить никого не стыдно в гости. Здесь гостям и близким рады, их встречают как родных. Город спорта, город мысли, стань еще светлей и чище. Пусть останется с тобою счастье жителей твоих. Мы все в него влюбленные, здесь ходим окрыленными, и бьют фонтаны радости фонтанами из брызг. Он нам все больше нравится, нам дарит чувство праздника. Пусть мы такие разные, но город – наша жизнь. На презентации новой книги Геннадия Васильевича Смирнова. Название «Я знаю, город будет». Мытище – наша родина, богатые писатели, поэтами, композиторами, художниками, педагогами, врачами, работниками культуры и сельского села. Каждый житель вносит лепту в историю нашего родного края. Знать историю родного края, знать о людях, живших и живущих в ней – это правильно, необходимо и важно. Книга Геннадия Васильевича Смирнова познакомит нас с микрорайоном «Дружба». Столь необычное такое у него название. Несколько поколений наших земляков внесли свой вклад в становление и развитие Мытищ, приумножая его боевую и трудовую славу. Автором книги является писатель, давно увлекающийся историей родного края, выпустив в свет уже немало книг по истории края, многие публикации литературных и краеведческих сборников, историк и краевед, лауреат литературной премии имени Кедрина Зодчи, член Союза писателей Геннадий Васильевич Смирнов. Охватывает это красивое, гордое слово «Мытище, дружба». Эта книга рассказывает о людях микрорайона «Дружба». Слово предоставляется заместителю главы администрации Мытищевского района Николаю Ивановичу Сапковичу. Предваряя нашу встречу, вы слышали, какие слова песни хорошие, с чего начинается Родина. Наверное, у каждого у нас есть своя малая Родина, и с чего-то она начинается. С той же скамейки у дома, с той же акации там, или с чего-то. Поэтому очень приятно сегодня приветствовать дружбинцев на их Родине, непосредственно на Дружбе, поблагодарить коллектив школы муз-воспитанников за то, что они предоставили такую возможность.
поздравить всех дружбинцев за то, что вот такая книга у нас вышла. И, ну, наверное, поздравить всех. Сказать хорошие слова и в адрес Александра Михайловича Казакова за то, что он всегда помогает нашим краеведам в этом замечательном деле. Как говорится, что написано пером, уже осталось надолго и на века. И вот вы видите, сколько у нас книжек вышло за последние, ну, будем считать, 10 лет, наверное. И каждый год у нас выходит одна, две, три книжки. В этом году у нас год непростой, юбилейный, ну, необычный, скажем, непростой, каждый год непростой, но необычный. У нас год 70-летия Победы, поэтому вышло несколько книг, посвященных этой дате. Одним из авторов является Клычникова, который здесь присутствует. Наш самый известный краевед, и все краеведы, наверное, я не обидятся, что к ней, все ходят к ней за советами, за помощью и так далее. Где является альма-матер для всех этих книжек, для краеведов и так далее. И в этом году она получила знак за заслуги перед городским поселением, в том числе и за вот эту работу. Значит, один наш краевед, Алла Урал, Геннадьевна Уралова, получила статус или звание почетный гражданин Мытищинского района. Тоже несколько книг она выпускала. А вообще в основе нашего движения краеведческого, современного, были труды Юрия Августовича Князева, который был, наверное, первый из наших краеведов, который был почетным гражданином района. Его знамя, как говорится, подхватил Валентин Иванович Маслов, который тоже... Я могу про них рассказывать долго, но мы не по этому поводу собрались, но тоже. Поэтому... Вот те люди, наши краеведы, которые делают эту очень нелегкую, очень важную, мне кажется, работу, это важно и для ветеранов, которые видят свои, в этих страницах свою молодость, своих близких, своих, ну, понимают, что жизнь прожита далеко не зря, раз такое, как говорится, есть. И для молодых тоже важно, чтобы они знали, что не они первые на этой земле появились. И дай Бог, чтобы после них были многие-многие поколения. И вот эта память, чтобы она переходила из поколения в поколение. Пока мы живы, до тех пор, пока наша память работает. Как только память у нас ослабла, тогда мы превращаемся в перекати-поле. И где наша Родина? И около какого столбика остановимся, никто не знает. Ну, сегодня у нас презентация книги Геннадия Васильевича Смирнова, как говорится, книги на столе, как говорится, продукт. Все можно пощупать, посмотреть. Тут уж, как говорится, это не телевидение, которое увидел, не увидел, картинка улетела здесь, как говорится, можно посмотреть. Ошибки найти, неточности, указать их, дать ему слово, чтобы он их исправил. Ну, обычная работа. Значит, я хочу поблагодарить, Геннадий Васильевич, вас и от имени Александра Михайловича Казакова вручить вам благодарственное письмо. Спасибо. Да. Я думаю, что на этом наше, ну, наверное, подоконник придется удлинять, я так понимаю, потому что краеведы полны энтузиазма писать и... То, что вы все сделали, будет все на наших страницах и в истории. Большое спасибо. Еще раз вас поздравляю. Перед вами мытищинцы. Простые люди, которые жили, живут и работают в микрорайоне Дружба. Они не все знакомы, узнавали приметно. Но они мытищинцы. Здесь родились. Или переехали и остались. Они наши, потому что здесь живут их дети, и дети их детей живут, потому что это их родина. О том, как создавалась эта книга, расскажет ее автор. Слово предоставляется писателю, историку и краеведу
Геннадию Васильевичу Смирнову. Спасибо, дорогие мои земляки, дружбинцы. Я очень тронут, что вы откликнулись на приглашение и пришли на эту презентацию. Полтора года я писал эту книгу, конечно, урывками, но она бы не была написана, если бы не было здесь представителей рода, это продолжателей династии, наших земляков, вот наших дружбинцев. Сначала книга планировалась «Дружба. Город. Сад моей мечты» назвать ее. Потом «История семьи. История России». Но это уж сочли слишком пафосно. Но, по крайней мере, действительно, по истории наших семей можно проследить всю историю нашей страны, начиная от... по нашей дружбе от начала 19-20 века и кончая 60-ми практически сегодняшним днем. Как зарождалась наша дружба? Мало кто знает, что она состоит из двух частей. Сейчас это единое. Конец 19-го, начало 20 века, бум дачного строительства. Перловка перешагнула Ярославское шоссе, и появились первые дачи вот на нашей стороне. Участки были большие. Дачи могли получить, земельные участки, вернее, для строительства не только дач, но и дома, могли получить люди состоятельные. И первые поселенцы, так мы будем их называть, это Родионовы, начало века, 903 год. Семья владела шелкоткацкой фабрикой в Москве. Это семья Макаровых. Это уже две династии, которые занимались торговлей мясом в Москве. Семья довольно-таки богатая. Они могли себе позволить не только приобрести участок, вот здесь сейчас этот дом сохранился, но и оказывали благотворительность Марфо-Мариинской обители. Они перечисляли большое количество средств на восстановление русского флота, погибшего после... в результате вот проигранного войны с Японией. И не случайно, вот мы наше босоногое детство, мы называли этот дом, где жила эта семья, Поповским домом. Да почему? Да потому что они испокон веков были благотворители. И даже в трудные наши времена они там жили, монахи, приютившиеся из разгромленной Марфо-Мариинской обители. И там, помня их вклад этой семьи, посещал в своих поездках патриарх Алексий II, и живший у нас на дружбе Кивин тоже был частым этим гостем. И я очень рад, что вот эти вот традиции добрые, Макарова, они продолжают сохраняться. Антоновы. Это тоже рядом участок. Представлял из себя, он был управляющим чайторговым домом Перловых. И частые поездки за рубеж, и вот мы до сих пор, я помню, и здесь жители, которые снимали их уголок, помнят эти знаменитые китайские вазы, которые он привозил. Если говорить о начале 20 века, то модно было дачи владельцам делать, то есть строить 4 дачи. 3 дачи сдавать, а в одной даче жить. И такие у нас Балдины. Ну, советская власть поступила довольно-таки лояльно, оставили одну дачу дачникам, вернее, владельцам оставляла, а 3 дачи конфискованы. И вот эти вот дачи
вот наша семья Смирновых и соседей там живут, вот это конфискованные дачи Балдина, которые превратились в коммунальные квартиры. Ну, построили здесь особо, можно отметить, это еще тема не совсем изучена, это на улице Клара Цеткина строительство дома для круглогодичного проживания, дом, к счастью, сохранился, частично перестроен, это Сорокины Изоп, его подпольная кличка была Изоп, Изопов Сорокин, на средства РСДРП был построен этот дом для круглогодичного проживания, особенность этого дома, мощный подвал кирпичный, который сохранился до этого, с двумя выходами, которые можно было использовать под небольшую типографию или склад оружия. В 1905 году отсюда первая дружина наших мытищицев, как раз вооружившись вот этим вот из этого склада. Поэтому там целые династии, потом Изоповы, Сорокины, кстати, он похоронен во дворе в 18 году, от испанки скончался, похоронен во дворе своего дома. Это целая другая страница, история предотвращения взрыва водокачки и так далее. Ну и, конечно, 20-е годы. Здесь даже конец 19-х, Даниловы и Картинины. Это по Столыпинской реформе в многодетных семьях, оказывается, выдавали участки. И для строительства маленькую суду. Таких у нас Картинины, извозчики были, и Даниловы, которые вот туда ближе к Яузе, которые занимались хуторским хозяйством. Здесь вот показаны вот наши Макаровы. Это очень интересная семья. Ну вот, начиная с 20-х годов, возникла такая идея. Ну, идея давнишняя, еще до 1917 года, строительство городов-садов. Эти города-сады должны были отвлечь рабочих от забастовок. Рабочие должны жить в сельской так, местности, в общении с природой и трудиться на фабриках. В Англии это Манчестер, у нас из 50 городов садов, ну, осуществилось, к сожалению, наверное, несколько, это в районе Сокола, Москва, это уже наши мытищи, это клуб «Пролетарий», то есть, извините, поселок «Пролетарий» в Тайгинке. А вот дружба город-сад, он появился несколько позже. И вот, ну, мы коснемся здесь дружба город-сад. Вот здесь показана еще страничка, это Андриановы. Андриановы, они появились уже в 30-е годы. Этот дом сохранился. Очень тоже интересная семья, трудовая семья. И здесь тоже эта история этой семьи есть. Все они были тружениками и бойцами. Если мы посмотрим, это вот все династия Андриановых, нашу дружбу, то получится, что вот эта вот история создания города-сада, к счастью, в годах описана Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, и очень живописно, хотя он там погрешил против истины. Он там, ну, журналист есть журналист, газетчик есть газетчик, и вот там толстовцев, которые тоже жили там толстовской коммуной, назвал в какой-то степени сопротивление кулачества. Ну, толстовцев вытеснили, и они обосновались в Тайгинке, где существовало
это Кабуда. Но вот первые рабочие, это вот, к счастью, мы долго искали, нашли фотографии основателей этого нашего поселка Дружбы, это вот рабочие завода «Богатырь», потом «Красный Богатырь», это «Шестеркин» и «Товарищи». Здесь вот присутствуют потомки Соколовых, тоже первых жителей, поэтому вот этот план, генеральный план дружбы, это садового товарищества. И если мы посмотрим старожилы, то вот от, где сейчас вот магазин «Лебедь», посмотреть либо 12-й школы кооперативные улицы и улица Разина, это вот это вот радиал, такие вот как бы дуги, где свободно размещаться должны были дома. К сожалению, как всегда, средств не хватало, страна переживала большие трудности, и практически вот это жилищное кооперативное товарищество с трудом, ну, хотя бы строилось. И дело в том, что рабочие, средств не хватало, к 30-му году нужно было как-то выплачивать взятые долги, суды, и поэтому стали привлекать более состоятельные предприятия. Ну, нашему вагонному заводу было некогда, практически он тоже трудно выживал. И только в 30-е годы уже стахановские дома по первой партии, которые они появятся в 32-м году, когда дружба войдет в черту нашего города. Стали привлекать других такие организации, более состоятельные. Это горкомат земледелия, несколько участков. Это взрывпром, мы не знаем, но по крайней мере только тоже несколько участков. Это Госбанк. Это Госбанк и еще предприятие, связанное с развитием промышленности, ну, в общем, сейчас бы назвали коммерческое, связанное с торговлей. Таким образом, как-то, в общем-то, вышло кооперативное товарищество на определенный уровень. Попытались привлечь артистов и пригласили Пельца, главу семьи Пельцеров, и ввели в правление его участок, его выделили, но, к сожалению, артисты приезжали, как мы говорим, на пикники, чай пить, но участки никто здесь на дружбу поселиться, может быть, к счастью, не хотел. Здесь люди и судьбы все вот именно непосредственно связанные с нашей дружбой. Разные люди, разные судьбы, но люди, это все, они достойны о том, чтобы их о них помнили. Вот наши жители, начиная вот уже с 30-х годов, сюда приезжают и селятся разные люди. Ну вот такие семьи, как Светиловы, это здесь представительство Галины Ивановны Светилова, внесшие большой вклад в укрепление обороны нашей страны, и Иван Афанасьевич Светилов, его именем названа бухта на северной земле. И каждый наш земляк может похвастаться тем, что вот его именем названа эта бухта. Ну, если посмотреть
осветил их говорить, но сугубо штатский человек. Но для того, чтобы три экспедиции практически не достигли успеха, где настоящие поляки, его бросают. Возглавить четвертую экспедицию, присваивает воинское звание военно-морского капитана, инженер третьего ранга, то есть это приравнивается майор. И вот на ледоколе Дежнев, потом на шверботах и на собачьих упряжках сумел описать Северную Землю, и не случайно вот бухта носит его имя. Сейчас это только опять вклад, говорится, когда мы осваиваем Арктику, и большой вклад, конечно, Ивана Афанасьевича Светилова. Будем так говорить нашего земляка. Если мы посмотрим по нашим жителям, здесь много очень интересного, много интересного. И, конечно, связанное и с литературой, и с творчеством. Наша дружба – это, в первую очередь, конечно, Даниил Андреев, это Смирновы, а до фамильцы я не приехал. Да, это адофамильцы, это художники, целая династия художников. Глеб Борисович, Борис Васильевич, Алексей Глебович Смирновы. Это люди, которые особо они не афишировали свое, сыграли очень большую роль. Они здесь жил и находился всегда приют и до войны, и после войны, как после репрессий, писатель и философ Даниил Андреев. И таким образом, в общем-то, это целая династия. Ну и в 30-е годы появляется здесь семья Левыкиных. Вот это действительно историческая тоже семья. Здесь представитель этой семьи, воин и дипломат, вернее так назвать, дипломат и воин Владимир Анатольевич Левыкин. Здесь можно сказать так, человек скромный, но в то же время единственный в мире автор словаря русско-пуштунского, потому что таких словарей еще не было. Ну и в трудную минуту, когда он был в Афганистане, выполнял дипломатическую работу, но приходилось браться и за пулемет, и не случайно одним боевой орден, хотя, Владимир Анатольевич, вам можно его носить? Ну, кому же нельзя носить ордена? Лучше об этом не говорить. Орден Красной Звезды заслужен за боевые действия, за боевые действия в Афганистане. Он учится в 12-й школе, сидит вот там вот, у Сметанины. И поэтому с дружбой связано его раннее детство и на нашему счастью. Ну вот, видите, борода под жакета замаскирован. Вот, но это все настоящая растительность. И вот он здесь в военной форме позирует. Ну, форма не наша, а форма воина афганской армии. Ну и это о Левыкинах можно говорить очень долго. Добровольцы Великой Отечественной войны, труженики, бойцы. Долгие годы старший Левыкин возглавлял исторический музей.
и вот доктор, и автор нескольких книг, и вот сейчас Алексей Константинович Левыкин, его сын, продолжает традиции отца, тоже представитель этой яркой, интересной династии. Рядом соседи Ивановы. Здесь тоже история 30-х годов. Вот глава семейства. Здесь Ивановы или Выкиды. Здесь присутствует представительница. Получилась очень интересная история такого детективного, можно сказать, любовного плана. Пятеро братьев Ивановых участвовали в Великой Отечественной войне. Двое погибли. Шестая сестра Клавдия. И вот Левыкин Константин Григорьевич приезжает в отпуск в 45-й год и привозит своего друга Шапилая, художника абхаза, талантливого художника, любовь с первого взгляда. Таким образом породилась эта семья, и вот представительница уже Шапилая, да? Здесь представительница, вот это, ну, трудно сказать, ну, Ивановых, да, Ивановых, да, такого, вот здесь вся вот так вот представлена эта семья. Пугачёвы, 30-е годы, да, я тут посмотрел, Пугачёвы. Очень интересные. Благодаря Пугачёву сохранились 18 писем отца Вениамина Пугачёва, которые очень интересные, эти письма сохранились. Но для нас, для меня, вот как автора книги, конечно, было очень интересно, и полностью я не включил, но я включил странички дочери Удиды, бабушки, вот, Надежды, вот она здесь. Она оставила очень интересные мемуары о дружбе предвоенной, и вот жизни, учебы, об английских дачах там, и так далее. То есть практически вот эти мемуары в кратком сокращении всегда включены. Ну и, конечно, семейные хроники Лебедевых. Здесь вот Лебедева, представительница, это тоже очень интересная семья, интересная история. Как вот люди в нашей жизни? Отец, вернее, ну это уже старший Лебедев, служил в церкви у двоюродного брата, репрессии на церковь, гонения. Его супруга, женщина решительная, когда его арестовали, да, этого комсомольца, который охранял в сельсовете, мужа вытащила и с двумя младшими детьми на телеге в Ленинградскую область спрятали став и прочее. А старший Сергей Лебедев, он уже закончил институт инженер-механик по авиационным двигателям. Ну и что делать? Представляем Кордину полеты на Северный полюс и так далее. Представляет Кордину. А Сергей Лебедев Отто Юльевичу Шмидту говорит: Отто Юльевич, не нужен мне орден. Дайте мне участок земли, где же могла быть семья. Ну, вы сами понимаете, росчерком, где выбирайте место. Оказалось, дружба, первый комсомольский переулок, да? Четвертый комсомольский, сейчас там, ну, там вот первый туда, да. Четвертый комсомольский. Выделили лес, а дефицит был со строительным материалом. Лебедевы сейчас там уже несколько поколений, Лебедевы живут.
и здравствует. И, конечно, вот такая вот история, история тоже Лебедева. Ну и здесь элемент такой, тема, которая не раскрыта до конца. Мы считаем, вот, мы считаем, что первые авиационные праздники были у нас на крайних дружбах. Потому что есть фотографии в музее, хранятся. Первые авиационные праздники. На нашей дружбе еще в Москве не было. А у нашей дружбы они, то есть я имею в виду на поле, вот авиационные праздники, праздники проводились. Поэтому историю надо изучать, продолжать и помнить. Ну и здесь мы впервые оказалось, включили, потому что двое наших жителей, это моя баба Мария Васильевна Смирнова и Соколова, они были в синей блузе. Тогда модно было, это течение, синие блузники. И поэтому история бытища и синей блузы, это еще тоже история до конца не дописана. И поэтому здесь мы только очерки, очерк короткий и, значит, вот фрагменты этой фотографии. Ну, здесь, если посмотреть, мы приближаемся к таким событиям, как Великая Отечественная война. Великая Отечественная война, ну, страшная, трагическая жизнь, которая оказала свое влияние на всех, в том числе на наших бытищицах, на дружницах. Дело в том, что 45 тысяч наших земляков, я имею в виду бытищицы, участвовало, более 20 тысяч не вернулись с полей сражения. Сейчас мы еще подсчитываем, почему мы говорим более 20 тысяч. Но наши дружбицы тоже приняли активное участие, думаю, это же часть бытищиц, и участвовали целые семьи. На сегодняшний день мы считаем, что 62-64 человека в дружбе участвовало. Более 20 человек не вернулись в поле сражения. То есть, если бытищиц каждый второй, то у нас по дружбе каждый третий. Остальные были вровь. Ну, сами понимаете, это работа на военных предприятиях, вагонный завод, наша восьмерка под Липки, это, конечно, Васина Островская и так далее. Ну вот ушли и храбро сражались. Все говорят вот так вот, ну не все говорят, а так, вы не злые языки, что у нас вот такой хвостой патриотизм. Я должен сказать, что из всех воевавших, сражавшихся наших земляков, в том числе и дружбицах, ни одной сволочи не оказалось. Вот гордимся где-то, может быть, что, понимаете, ни один штрафники были, ну, штрафники попадали по-разному, но ни одного полицейского не зафиксировано, ни одного власовца, ни одного предателя не было. Ну, вот, хотите верьте, хотите нет, мы гордимся. Это все-таки не зря наши бытищицы, вот, видимо, такая вот обстановка, любовь к родине, которая воспитывалась дальше. Куда дальше, покажите. Вот, а если годы военные, участвовали все семьи, я еще раз говорю, вот смотрите. Шестеро Ивановых, пять сыновей и одна дочь. Все пятеро участвовали в войне, двое погибли. Лебедевы, трое. Трое, ну, к счастью, один вернулись, то все раненые. Вот только старший Лебедев Сергей, он по Ленд-Лизу доставлял двигатели, самолеты и так далее. То есть участники войны. Если посмотреть здесь вот Дориков, Максим Дориков, скромнейший человек, герой Советского Союза, жил на нашей дружбе. Работал швейцаром.
призвали в армию, освоил профессию связиста, совершил, прошел всю войну тружеником, совершил подвиг в 45-м году, корректировал ладонь артиллерии. Заслуженно получил звание Героя Советского Союза. Николай Разин, герой Бреста, один из трех пытищенцев на дружбе от героя Бреста, Николай Разин. Это тоже легендарная личность, страннейший человек. Ну и дядь Коля Титов или Николай Михайлович Титов, здесь вот его дочери присутствует, участник обороны Севастополя, обороны Одессы, воевал на всех фронтах практически. И вот он один из немногих, почему-то у нас дружбинцы очень долго служили на флоте. Ну вот, года войны Николай Титов, Попов, да, и, конечно, легендарная личность, полковник Загадин, о нем вы прочитаете. Врангель ему присвоил звание генерала, дальше разжаловали до рядового, начал войну майором, прошел до полковника, ранен неоднократно и так далее. Вот такие люди жили здесь, на нашей земле. История, конечно, интересная. И вот недавно, скорее мы нашли вот о том, что на нашей конкретной даче готовился отряд Медведева. И вот уже Медведев написал вот это «Мытище родины спецназа». Основываясь на этом материале. Николай Кузнецов, он тоже «Мытище» готовился, но вот к отряду Медведев прибыл, он по особой программе готовился. Ну и, конечно, вот здесь все для фронта, все для победы. Мы знали о том, что собирали теплые вещи, помогали, но у нас не было, как говорится, образца документов. И вот недавно мы приобрели в книжке посмотрим, документ, специальная официальная справка, сдали, кто сдал теплые вещи. И принимались даже детские вещи. Почему? Вот как сейчас вот беженцы с Донбасса, беженцы с Украины. Некоторые бежали прямо вот из эвакуации. И одеться нечем было. И таким образом собирали детские вещи. Федоры занимались. Вот здесь Галина Ивановна, ее мать, почетный донор, имеет награды и благодарность, почетный донор СССР, благодарному здравоохранения. Я думаю, что в ближайшее время мы эти документы, получим. Пол-литра крови ежемесячно. Да, на должность. Ну и заканчивая вот это вот наше событие, то есть историю о Великой Отечественной войне, великое дело делает наш храм и отец Георгий. Они организовали и собрали. Фотографии, но это не все, фотографии. Бессмертный полк, который в Мытище по всей стране прошел, в Москве 500 000. Ну, у нас 40 с лишним, но не человек, вот, по нашей дружбе, но значительно не больше. И мы этот бессмертный полк, конечно, продолжим. И будем собирать, и я думаю, что порядка 60 человек мы знаем уже, это точка, которые участвовали и которые не вошли в этот бессмертный полк. То они точно войдут, поэтому отец будет так и говорить. Ну и здесь, конечно, наша дружба литературная. Вот этот дом, к счастью, сохранился. Смирнова, к сожалению, он сейчас выставлен на продажу. Это дом, где
жила чита в Свердловах несколько поколений, и здесь вот Даниил Андреев, как я уже говорил, жил до войны. Здесь фотографии есть семьи Свердловых. И история вот художников Свердловых, это целая тоже страничка в жизни, в культурной жизни не только наших бытищ, нашей дружбы, но и в истории нашей страны. Вот здесь Глеб Борисович представлен, профессор, и его работы хранятся и в нашем музее, и во многих музеях нашей страны. Вот здесь Даниил Андреев, предвоенные годы слева, Глебу Борисовичу Свердлову. Вот рисунок его Глеба Борисовича, Даниила Андреева после войны. Последний из династии художников – это Алексей Глебович Свердлов. Ну, были у нас художники 50-е, 60-е годы, поэты. Они собирались в Марии Михайловне и вот у Свердлова. Были такие маститые художники, как Пластов, Родионов. Были художники Королюков, приходили, и большое количество жил Александр Павлович Пущин. Здесь в книжке я собрал работы старых художников, так будем называть, и современных художников, которые вот Халютин, которые вошли, которые, ну, в общем, работали на дружбе и на нашей окрестности. Поэтому должен сказать, что в традиции включил сюда фотографии Мозаика. Это отдельные фотографии, начиная с 2006 года, те фотографии, которые и вошли в биографии. Ну и, конечно, школы и школьники. Это особая страница, которая будет и должна продолжаться, потому что здесь школы не было. В 1952 году появилась город-сад, до конца не осуществил все задумки. Клуба до сих пор нет, хорошо, что есть стадион. Но школа явилась таким центром, и первые балы маскарады в 1952 году стали проводить, там проводились, и спортивная жизнь, и стадион, и так далее. То есть это все школы, это культурные, это пласт культурной жизни. И вот Владимир Анатольевич вспоминает школьные годы, когда его учитель Сметанина учила красиво писать, и почерк до сих пор сохранился. Здесь я представил вот наши, то, что у меня было, да, наша школа. Дорогие друзья, я, заканчивая, должен сказать, не все я включил в эту книгу. Не все почему? Ну вот, каждый в микрорайоне, когда есть свои, ну как говорится, ну, свои такие, условно говоря, темные стороны. Но жизнь есть жизнь, несколько поколений. Это разные люди, разные жизненные события там, и так далее. Я, конечно, не включил историю черной кошки, которая на нашей дружбе была такая небольшая банда, довольно-таки дерзкая. Вот Карпова, я помню, я с его сестрой учился. Эта банда на трофейной машине от того из младших Рудика ездила, грабила по Подмосковью. Их все-таки захватили после одного убийства. Их захватили, осудили. До 47 год, к счастью, отменили смертную казнь. Они попытались из эшелона совершить побег, но, значит, неудачно. И там, говорят, охрана перебила. Но это тоже, как говорится, страничка такая. Ну, что они писали? Конечно,
были и сцены ревности, и самоубийства, до почвы несчастной любви, когда девушки не разрешили выходить замуж, она из оружия своего высокопоставленного отца прямо дома и застрелилась. Когда там до почвы ревности тоже были такие моменты. Ну, я думаю, что жизнь есть жизнь. И пусть она у кого-то останется в памяти, кто-то помнит. Ну, по крайней мере, я думаю, что для книжки это не так важно. Пожалуйста, такие есть вопросы. Здесь, конечно, есть и о храме, есть и короткая страница о нашей школе-интернате. Пожалуйста, такие вопросы есть. Нет, да, вопросов? Ага, спасибо, я немножко увлекся. Ну вот дружба наша продолжает жить, развиваться и надеяться, что 10 миллионов, 10-тысячный микрорайон все-таки будет здесь. Нужно свое малое родство делать человека духовно богаче, способствует выработке у него активной жизненной позиции. История родного края. Думайтесь в эти слова. Это история того уголка земли, где мы родились, где жили наши отцы и деды. История, богатая событиями, замечательными, славными, великими именами. На нашем мероприятии хочется предоставить слово директору Мытищинского исторического музея. Спасибо огромное, что вы пригласили меня на эту презентацию. Ну, Геннадий Васильевич Смирнов, человек известный в Мытищах и сотрудник нашего единственного Мытищах историко-художественного музея. Я хочу сказать, что Мытищам очень повезло. Мытищ – потрясающая история. Она связана напрямую с историей нашей с вами страны. И можно взять на любое какое-нибудь самое важное историческое событие, которая проходит красной нитью по истории нашей страны, и окажется, что история вот того места, где мы с вами живем, она тоже связана с этими событиями. И поэтому очень важно, что здесь у нас в Мытищах. Я благодарна главе городского поселения Мытищи Николаю Ивановичу Сапожнику, который долгие годы ведет проект книгоиздания. Ведь книги – это то, что пишется сейчас, читается сегодня, но обращено к будущим поколениям. И недаром, когда издаются эти книги, мы всегда настаиваем, чтобы эти книги официально проходили через книжную палату. А это значит, что наши книги все представлены в главных библиотеках страны. Если вы пойдете в Ленинку, если вы пойдете в историчку, то там вы найдете книги об истории наших Мытищ. И вот эта книга – это следующее дополнение. Есть книги вообще, но есть книги об удивительных уголках. Была книга, написанная о Перловке. Теперь книга, написанная о Дружбе. И это потрясающе. Когда я своим коллегам говорю, что у нас есть книги о микрорайонах города, то мне, вы не представляете, как завидуют люди из других городов, у которых нет даже книги одной, там, двух об истории своей вообще. Да, мы говорим, что вот мы берем маленький этот участок земли и рассказываем о его людях. И получается, что этот маленький участок земли нашей с вами дал потрясающих людей и может служить примером того, как люди эти созидали нашу историю, поднимали нашу страну, работали, служили,
да, и в общем-то были частью истории нашей с вами тоже. И еще, вот все книги, которые представлены, они продаются ниже себестоимости у нас в музее. И в этом году проходила специальная акция, инициатором которой был Николай Иванович. В день города Мытищи на центральной площади мы по самым минимальным ценам продавали книги нашим мытищинцам. И вот всю выручку я хочу сегодня, ну, традиционно мы перечисляем каждого мытищанина, хочу вам вручить, да, всю выручку от этой благотворительной продажи. И я надеюсь, она попадет в ваши добрые руки, и вы сможете что-то. Thank you.
Самый главный недочет — это маленький тираж.
500 экземпляров. Вот он ушел, Николай Иванович, хотелось бы его попросить, чтобы была рассмотрена возможность. Я думаю, многие жители хотели бы книжку иметь дома. У нас больше, чем 500 человек здесь. Ну, обо мне упоминалось в этой книге, и я думаю, что это не маленький тираж. Как повернуть этот недочет, вот заслугу вашу, Геннадий Васильевич, вот такой пропуск в дружбу. 500 пропусков выписано. Вот, да. Да? У меня именной пропуск. Геннадий Васильевич мне подписал, за что я ему благодарен еще раз, кстати, от всей души. Тут мои какие-то заслуги были преувеличены, как всегда. Но это уже, наверное, недочет. Главное в другом, что здесь сказано о всех нас. И живших, и живущих, и те, которые будут жить. Вот это самое главное. Ну, сейчас вот мы любим говорить, да, это, конечно, пласт истории, что там скромничать. Любим говорить, а что вот это значит, а что значит такое Мытищи? Ну, такая вот современная версия, да, она не очень романтичная. То есть сидели, где мытари собирали налоги с тех, кто шел в паломничество из Москвы в Сергиев Посад. Мне нравится другая версия. Мытищи значит мытыще. Нас много. И дружба. Вот Мытищи, давайте дружить в дружбе. Я бы так соединил. Ну а где дружить? Здесь кроме стадиона есть одно прекрасное место, это библиотека. Не такая уж и маленькая по меркам. С учетом того, что книга теряет сейчас, я думаю, временно свою роль. Ее место занимает телевидение, интернет, какие-то другие электронные способы узнавать. Но в книге заложена совершенно волшебная особенность – оставаться на века с нами. Вот еще раз я хотел бы подытожив это поблагодарить Геннадия Васильевича. Не надеюсь, что мы сможем. Мартичелло, мексиканский танец исполняет Живухер Иван. Очень цветущие, много садов,
цветов. Город, как говорится, дружба была вся цвета. Поэтому мне очень приятно, что все-таки для наших предков остается такое важное дело, что будут помнить, что было в прошлые вот эти все года. Приятно очень. Мытищев, у меня здесь родственники по мужу Макаровы. Макарова Елена Алексеевна, дом построен был в 1912 году. Он и сейчас в хорошем состоянии. В доме было в саду очень все ухожено, все очень в хорошем состоянии. Сама Елена Алексеевна была такая, у нее муж умер рано в 35 лет. Жена, жила она скромно очень, но была очень добрым человеком, очень добрым. Она была такая верующая. И в нашей даче, в моей уже бытность, очень много было высокопросвященных людей. Алексей Первый был у нас на даче, Климин часто бывал на даче. И на даче жили монашенки при моей вот уже бытности. Баба Лена ушла в 1970 году в иной мир. Жизнь немножко изменилась. Дом не весь остался Макаровым. Часть дома осталась, одна шестая, Макарову Евгению Викторовичу, внуку Елены Алексеевны, которая его воспитывала. Я осталась в Мытищи, здесь вышла в 1952 году замуж. Прожили мы с мужем 57 лет в гражданском законном браке и венчанные были в 52 году. Жизнь пролетела быстро, все очень, как говорится, неплохо было. Были всякие времена, и хорошие, и плохие, но в основном хорошие. Что я хочу сказать про книгу? Книга шикарная, можно сказать. Все так охвачено. Геннадий Васильевич, вам большое-большое спасибо. Я перед вами низко кланяюсь. Исторический, который, вы знаете, приятно туда зайти. Там очень много книг. Есть чего посмотреть. И можно купить еще книги, есть многие продажи. Я думаю, что эта книга будет каким-то счастьем в нашей каждой семье. Это большое достижение. И я очень благодарю всех участников этой книги, которые работали с этой книгой. Очень признательна, просто вношу глубокую благодарность. Я не волнуюсь. Поэтому мне приятно. И я всех поздравляю, всех жителей дружбы, которые вошли в эту книгу. Я считаю, всем приятно.
за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили мир знаний восхитительный маршрут. Русский купальный танец. Сударушка.
маленький уголок, деревня, улица, дом, где он родился. Это его малая родина, а из множества таких малых родин, уголков и состоит наша большая общая родина. Дорогие друзья, наша с вами творческая встреча, посвященная выходу в свет новой, замечательной, краеведческой книги, состоялась благодаря всем тем замечательным людям, которые вложили частичку сердца в духовное обогащение нашего микрорайона «Дружба». Мы благодарим автора книг. Для того, чтобы книга дошла до своего истинного читателя. Огромная вам благодарность. Спасибо всем, что пришли. Мы вас любим. Приходите к нам еще. Потому что, как всегда, на «Дружбе» всех приглашаем к столу к чаю. Пожалуйста, отведайте у нас самую лучшую. Пожалуйста.